Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля описал свою книгу, Коран, то, что он свет, нур. Каля Субхану ва Та'аля, «Валякин джа'альнаху нура, нахди бихи ман наша'у мин айбадина». Однако мы сделали его светом, нуром. Ведем мы по этому пути, по этому свету, по этому нуру, по пути Корана, кого пожелаем из наших рабов. Также мы понимаем, тот, кто отдаляется от Корана, тот, кто не хочет жить с Кораном, тот, кто оставляет Коран и берет для себя что-то другое, другое руководство, то его жизнь будет скомканная, тяжелая. «Мен а'рада анил Коран, фа инна лаху маишатан данка». Кто отдаляется, отворачивается от Корана, его жизнь будет тяжкой. Об этом Всевышний Субхану ва Та'аля сказал в Коране. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكَرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سيبشنا الله سبحانه وتعالى قرد في هذه آياتك. ومن أعرض عن ذكري تو кто отдаляется от моего напоминания ذكر моего поминания فإن له معيشة ضنكا поистине у него будет тяжелая чашка скомканная жизнь. Ибн Аббас رضي الله عنه, знаете صحابه ابن عباس, какой дуа сделал за него посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, сделал за него дуа. Аллахумма факиху фиддин, ваалимху тауил. Аллахумма факиху фиддин, ваалимху тауил. Посланник Аллаха за него сделал дуа. Аллах, субхану ва та'аля, дай ему понимание в религии и обучи его тауилу, тафсиру. То есть дай ему понимание тафсира Корана. Один из великих сахаба, один из ученых сахаба в области Корана, в области шариата, делает тафсир именно вот этим, этому аяту в слове «викр» – поминание. Он сказал «викру Аллахи Та'аля хуна хуа Аль-Кур'ан». Что подразумевается под словом «викр» в этом аяте? Он сказал «это Кур'ан». Это Кур'ан. Всевышний Субхану ва Та'аля сказал, «то, кто отвернется, оставит Кур'ан, у него будет тяжелая жизнь». «Ванахшуруху яума Аль-Киямати А'ма». А в судный день мы его воскресим слепым. То есть он встанет в судный день. Тот человек, который оставил Коран, не взял Коран, отвернулся от Корана, не жил с Кораном, не любил Коран. В судный день воскреснет слепым. Каля скажет, «Рабби лима хашартани а'ма, ва кад кунту басира». О, Аллах, почему ты меня воскресил слепым? Я ведь при жизни был зрячим. То есть у меня было зрение. Но почему сейчас в судный день я встал, воскрес, и я ничего не вижу? Субхану ва Та'аля сказал, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Таким образом к тебе приходили наши аяты, наши знамения, ты забыл о них, ты забыл о Коране, и сегодня ты забыт. Сегодня ты забыт. Кем забыт в судный день? Властелином, создателем, субхану ва тааля, царем всех царей. Забыт ты, так как ты забыл Коран.